вопросы у вас? Вот неожиданный вопрос такой. Сейчас надо подумать. Фигню спрашивать же неудобно. Сказал Иванович, подарите мне новую машину. Неудобно. Так. Владимир Владимирович, я вас очень прошу, давайте вот сейчас все вместе сделаем какой-то огромный, колоссальный рывок вперед. Вот мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы Россия не просто встала с колен, а сделала большой прыжок в будущее. Давайте поможем бизнесу серьезно, раскрепостим народ, дадим возможность зарабатывать, дадим возможность создавать рабочие места, самые безумные новые идеи реализовывать. Дадим возможность и молодежи, и взрослым людям, и сельскому хозяйству, и промышленности, и торговле, всем. Вот, мне кажется, самое время.